депутат Национального собрания Армении, лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале бархатной революции. В Армении революционная ситуация, и я сейчас здесь объявляю о начале народной, ненасильственной, бархатной революции. Об этом политик заявил во время своего выступления перед демонстрантами, собравшимся на площади Франции в Ереване. Мы собираемся завтра тоже блокировать основные улицы Еревана, подходы к парламенту, и еще блокировать междугородные трассы и международные трассы. И еще мы призываем людей блокировать дороги в городах, в селах и везде, где возможно это. Посмотрите, какая ситуация сейчас у парламента. То есть сэр Саргсян может только так, за закрытыми дверями, избраться как премьер-министр. Но это даже это его не спасет, потому что народ уже встал на ноги. И сейчас мы чувствуем очень важную поддержку армянской диаспоры. И я уверен, что это движение приведет народ к победе. По окончанию митинга демонстранты отправились блокировать государственные учреждения. Окружены здания Генпрокуратуры и Кассационного суда, Центрального банка, Комитета государственных доходов и новый корпус правительства, в котором располагаются в частности Министерство юстиции и Министерство иностранных дел. В то же время здание Национального собрания, где прошло голосование о назначении экс-президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром, демонстрантам заблокировать не удалось, несмотря на то, что накануне Пашинян призвал сорвать заседание. К полудню по местному времени депутаты собрались в здании парламента. Из 105 членов Национального собрания зарегистрировались 90. Таким образом, кворум обеспечен. Как отмечается, у парламентского большинства, правящей Республиканской партии Армении и входящего в коалицию с ней Дашнакцутюна, было более чем достаточно голосов, чтобы назначить Саргсяна премьером. Около 17 часов по Еревану Национальное собрание 76 голосами «за» при 17 против назначило Саргсяна главой правительства. При этом для утверждения его в должности было достаточно 53 голосов. Саргсян получил поддержку 76 депутатов, 17 проголосовали против. В их числе представители оппозиционной фракции ЕЛК. Ее лидер Никол Пашинян объявил о начале бархатной революции и возглавил уличные протесты в Ереване. На центральной улице армянской столицы, проспекте Баграмяна, полицейские растянули двойную колючую проволоку, на которую вывесили светошумовые гранаты. Эти средства уже использовались против демонстрантов накануне. Пашинян тогда получил ранение лица в области глаза. Он утверждал, что пострадал именно из-за разрыва такой гранаты и заявлял, что эти средства очень опасны. «Я уверен, что 1 марта 2008 года при разгоне митинга именно от этих гранат были погибшие», — отмечал политик. Всего в понедельник в результате столкновений между силовиками и демонстрантами в больницы были доставлены 46 человек, в том числе 6 полицейских. Полиция заявила, что по состоянию на 14 часов по Еревану в городе задержаны 80 демонстрантов. Им вменяют некие административные правонарушения. В Ванзоре, третьем по численности населения городе Армении, около 200 демонстрантов, преимущественно студенты, перекрывали центральные улицы. Полицейские разгоняли протестующих, применяя силу. Действия силовиков координировал лично начальник управления полиции Ларийской области Арам Газарян. Между тем, в Москве небольшая группа представителей армянской общины провела акцию у посольства своей страны. Около десятка человек вошли в здание и написали письмо главе депмиссии Вардану Таганяну.
Напомним, 9 апреля истек второй пятилетний срок Саргсяна на посту президента. Чтобы и далее оставаться у власти, глава государства в 2015 году инициировал проведение референдума об изменении формы государственного устройства с президентской республики на парламентскую. Как утверждалось, идею поддержали более 63% проголосовавших. Новым президентом Национальное собрание 2 марта избрало на безальтернативной основе 65-летнего Армена Саргсяна, однофамильца тогдашнего главы государства. В 1996-97 годах он был премьером страны, а позже занимал пост посла в Лондоне. Между тем, основная часть властных полномочий после изменения конституционного строя страны переходит в руки премьер-министра. В бытность Сержа Саргсяна главой государства оппозиция резко критиковала его деятельность. В Армении неоднократно проходили многотысячные протесты. Но точно так, как в Белоруссии или России, подобные массовые мероприятия не увенчались успехом для их участников. Примерно 4 года назад президенты Армении и Украины Серж Саргсян и Виктор Янукович приняли практически одно и то же решение. Отказаться отложить подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, чем сделано было это по предложению российского президента Владимира Путина. В случае с Сержем Саргсяном это вообще прозвучало после переговоров в Москве. В случае с Виктором Януковичем это был результат длительных достаточно консультаций, которые проходили между Москвой и Киевом. Ну и вот мы видим результаты. Да? После этого произошел Майдан в Киеве, Украина вступила в совершенно такой новый этап своего развития. Подписала все же соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, а Армения вступила в Евразийский экономический союз. Это тоже, можно сказать, новый этап. Но вот если сравнить эти 4 года, да, то какая страна приняла более точное решение с точки зрения своего развития, своей безопасности? Ну, в вашем вопросе прозвучало, откладывалось в случае Украины, в случае Армении это было не совсем так. Потому что это заявление президентом Армении Сержем Саргсяном было сделано 4 года назад, 3 сентября в Москве. И это было решение, принятое за, как у нас говорят, за одну ночь, скажем, во время встречи. И причем решение было не откладывается, а вместе подписания с Европейским Союзом договора об ассоциации, который уже полностью был подготовлен и до последней запятой уже все было согласовано с Брюсселем. Серж Саргсян заявил, что вместо этого Армения будет вступать в таможенный союз, но впоследствии уже Евразийский экономический союз. С Украиной как-то, конечно, это было иначе. Ну, во-первых, решение Сержа Саргсяна это не было, в общем-то, решением армянского общества, скажем так. Более того, это не добровольное решение армянского руководства. Это было сделано под мощным давлением Москвы, о чем много как раз после этого говорили многие европейские политики, руководители Европейского Союза. И потом, как в дальнейшем признались сами, значит, представители правящей партии и многие высокие люди, которые занимают высокие посты в армии, это вопрос безопасности. Ну, казалось странно, что вступают в экономический союз по вопросам безопасности, но в нашем регионе, в постсоветском пространстве, это абсолютно не странно. Вы обратите внимание, для Армении вопрос безопасности – это в первую очередь это вопрос Карабаха. Россия с 2010 года начала политику вооружения сторон конфликта, то есть милитаризация региона. Причем и Армению, и Азербайджан. И Армению, и Азербайджан. Но, конечно, совершенно неравномерно. То есть в разы, десятки разы неравномерно. И в том числе Азербайджану поставляется огромное количество чисто наступательного вооружения. Могу даже позиции перечислить. И вот я сейчас это скажу, эту цифру, это не моя цифра. Значит, по прошлогоднему репорту Стокгольмского института мира, но это очень авторитетная организация по вооружениям,
За 2010 по 2016 год включительно Азербайджан приобрел 20 раз больше вооружения, чем Армения. Ну, и основной поставщик там Россия. Казалось бы, ничего такого, но Россия является членом, сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием Карабахского конфликта. Помните, недавно Путин, именно говоря про Украину, сказал, нельзя делать мир, по-моему, и с одной рукой делать мир, и с другой поставлять оружие. Слова не те, но смысл был такой. Я глубоко убежден в том, что кто бы и какое бы оружие ни поставлял в зону конфликта, всегда плохо поставлять оружие, но в данном случае, кто бы и какое оружие ни поставлял, количество жертв может, конечно, увеличиться, но результат будет такой же, как и сегодня. Это неизбежно. Он именно так поступает в этом вопросе, причем официальные объяснения российских самых высокопоставленных представителей, ну, как точно так же, как в известном криминальном романе, это ничего личного, это бизнес. Российская продукция военного назначения пользуется устойчивым спросом. Поставляется в 52 страны мира. В прошлом году были подписаны новые контракты на общую сумму 9,5 миллиардов долларов. Таким образом, портфель экспортных заказов отечественной оборонки сохраняется на уровне 50 миллиардов долларов. При этом мы намерены наращивать присутствие России на мировом рынке вооружения и военной техники, расширять географию поставок и перечень экспортируемой продукции, улучшать качественные характеристики отечественного оружия. Если вас попросили бы завершить фразу «Я хотел и хочу быть президентом, потому что…» Потому что есть вопросы, которые можно решить, и я уверен, что я могу решить эти вопросы. Армения до конца года планирует подписать кредитное соглашение с Россией на 100 миллионов долларов для закупок российского оружия. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал президент республики Серж Сарксян. Именно вот для модернизации мы и попросили российскую сторону предоставить кредит. Это не первый кредит, это уже следующий, как бы последующий кредит. Мы надеемся, что это будет постоянно.